Приветствую вас, это Новосибирск. Площадь труда. Здесь, как всегда, пробки, как всегда, много транспорта. И даже в этот поздний час, в 10 часу, будет будний день. Вот можно посмотреть по навигатору. Пробка тянется чуть ли не от Димитровского моста в эту сторону. К площади труда, по проезду энергетиков. Почему? Да потому что вот здесь я сейчас попробую показать. Заузили проезд. Ну, все знают об этой истории. Оставили одну полосу, так что даже вечером машины идут с трудом и возникает пробка. Здесь отгородили паспорт объекта. Мостовой переход через реку Обь в створе реки Подромской. Это новый мост, короче, здесь начинают строить. Коллектор дождевой канализации тут строят. Строят ли? Нет, посмотрите. Стоит просто своя забивочная машина или своя сверлильная, не знаю. Просто стоит. Не первый день здесь уже перегорожено, а работ почти не сделано. Я мог бы даже попробовать пройти, но и так видно, что тут работа стоит. Вопрос стоит. Ой, извините, вопрос стоит вот о чем. Почему работа стоит, когда транспорт стоит? Может, это потому, что импотенция у кого-то? У кого-то что надо не работает? Для того, чтобы организовать в городе так, чтобы ремонты всякие, перекрытия улиц происходили быстро, чтобы работали строители, не то чтобы даже вечерами, ночами работали и быстрее освободили проезд, и город был бы свободнее. Или надо город освобождать от этих импотентов?